Всем привет, это Slot News. Сегодня 13 апреля, мы в клубе Известия Холл. Сегодня мы присутствуем на презентации сингла «Стекла революции». Поговорим с музыкантами, ответят они на некоторые наши вопросы, расскажут о записи сингла, ну и, конечно же, споют всеми полюбившиеся песни с предыдущих 6 альбомов. Расскажи нам, как вы записывали ваш сингл новый, и как пришла такая идея? Ну, значит, записывали мы его так, начали записать барабаны. Потом поверх барабанов записал Никитос бас. Вот, потом Айди взял гитару и записал гитару поверх Никитоса. Айди-гитарист? Айди-гитарист, это у нас человек, он сейчас в шляпе ходит. Ну вот, он Никита Добро. Вот, потом, значит, всякая электроника тоже поверх записали. Вот, и потом мы спели с Нуки наши партии. А кто пел первый? Ну, мы очень долго дрались, конечно, за то, кто будет петь вторым. Пришлось петь первым, но уступить надо было девушке. Вот. И в итоге это все получилось, свелось в один флакон. Кстати, знаешь, когда раньше писали вот, на заре, как писался... Нет, вот вначале писались все вместе, понятно. Да. Все просто играли и сразу записывали. А вот как
вначале изобрели первую, ну, не то чтобы многодорожную запись, а вот многодублевую, да? То есть один. Ну вот, вначале там писали барабаны. Как самый громкий инструмент. Потом, значит, на том же магнитофоне жали одновременное воспроизведение и запись. Ну вот. И писал следующий сигнал. Опять на ту же пленку. Промазал. Начинаем опять с барабанщика. Вот. Если вокалист обосрался, то все его дико ненавидели, видимо, потому что начинать надо было с самого начала, но мне кажется, в те времена вокалисты не обсирались, они просто пели с первого дубля. Вот. Сейчас халява, сейчас можно все, что угодно. Компьютер, ой, давайте этот слог подвинем на миллиметр направо, и все будет хорошо. Ой, здесь немножечко мы завысили, давайте сделаем пониже, все. Идеально спета песня. Вот как вообще пришла идея писать песни на такие темы? Это какие-то позывы с Украины? Или давно накипело? Давно в столе лежало? Но мы ничего нового для себя-то не сказали, на самом деле, потому что мы сделали песню про революцию, естественно, это накипело, потому что сейчас про это все, и уже, да, даже мы уже устаем, и потом у нас все-таки тур отменился. Вот, нас это коснулось не просто так вот через новостные блоки на телевидении или где-то там в интернете, а у нас просто отменился тур, мы обломались, хотелось еще на Украину съездить. Вот, поэтому мы написали, но, как обычно, у нас демотиватор, мы там никого не призываем идти на баррикады, мы призываем не ходить на баррикады, потому что это раз в год. Вот такая песня. Она вроде бравурная, но внутри у нас, в общем, надо было назвать группу демотиватор, я именно после написания этой песни понял, что... Нужно делать ребрендинг. Поздно, все-таки 12 лет. В общем, читаешь слог, подразумеваешь демотиватор. А вот скажи, возникают такие ситуации, когда пишется один текст, уже есть музыка, и потом на переписывается текст и создаются какие-то новые идеи? Это ты на что сейчас намекаешь? Изначально ли такой текст был, или, может быть, вы писали сначала про, например, что-нибудь такое возвышенное? Хотя по такой мелодии, наверное, вряд ли. Да, у нас было несколько вариантов текста, потому что эта песня планировалась на альбом 6. Ага. Но с текстом не срослось. На самом деле, я считаю, что срослось, и получилась бы отличная песня, но и продюсер, и Нюк ее залюбили. Я написал такое бравурное произведение про людей, которым опять не платят зарплату, он не готов так работать, он идет. Может быть, какую-нибудь фразочку оттуда? Давайте попробуем вспомнить. Если у нас там бьются стекла революции, значит, там было деньги, миром правит деньги, все время что-то деньги. Деньги. Нет. В конце там я не дурак работать просто так. Я что-то не помню уже. Но там текст был готов целиком вообще написан. Вот, как уже бывает, и на этом альбоме это уже было. Но его я хоть, получается, переписал один раз, а вот песня «Бой» переписывалась раз три. Так то есть это часто такая? Ну сейчас наш продюсер Кирилл Силович Немолев стал вмешиваться в тексты. Я ему на свою беду показал, как работает с группой Black Sabbath Рик Рубин. Вот. Он, значит, некоторые вещи оттуда взял. Значит, я ему показал, как Рик Рубин, значит, они играют, а Рик Рубин лежит на такой кушетке просто вот там. И слушай, что ты пишешь, какой бородатый мужик, такая, класс вообще. Вот, и он же лезет в тексты, там тексты пишет Гизер Батлер, вроде Black Sabbath. И я просто запомнил, практически цитирую, там была какая-то кусок текста в Black Sabbath, что я счастливый и одинокий человек. Ну вот, и Рик Рубин сказал, что я не хочу, чтобы на этом альбоме было слово «счастливый». Пусть ты будешь плавный одинокий человек. И пришлось переписать. Немолев вдохновился, видимо, и загонял меня. Понятно, спасибо. Давай мы просто помолчим. Смотрел «Вечерний Ургант», где они просто помолчали. Да. А мы просто помолчим. Спасибо.
заядлый спортсмен, катаешься на сноуборде, на роликах, на коньках, а велосипед ты уже достал? Представляешь, в этом году ни разу на сноуборде не катался, вообще полный прав. Мы катались с моим дружбаном Костяном, и значит, этот, и крайний спуск с горы, другой ногой вперед, маленький трамплинчик, я вот так делаю раз, и значит, цепляю передний кант, и значит, у меня рука левая выворачивается, что-то там хрустит, все она обвисает, не работает, на следующий день концерт в каком-то городе. И значит, повесил тарелки супер низко и чавкал хэтом. Играл джаз. А велик, на самом деле я зимой катаюсь, но этой зимой тоже что-то на обычный день. Обычно да, это школьный резерв покупаешь? Нет, еще. Проскальзываешь? Да, проскальзываю. Ну вот, как этот, как в анекдоте. Да, батарея только уши дает. Это вот Женя у нас очень большая любительница кататься на велосипеде. И плакать. Да, я помню, она ехала и... Сколько еще? Еще так как клоун. На самом деле это вот было не видно, потому что... Был дождь. Да, был дождь, и было очень круто. Ну ладно, велосипед мы поняли, а как шашлык, дача? Да, шашлы вот это вот все. Сейчас вот это вот весна. Съемки клипа на песню «Виноват ли я». Да. А это она была, да? Да, да. У меня, значит, наполеоновские планы на майские праздники. Да, серьезно, серьезно. Я вознамерился сделать ремонт в комнате. Да, я уже, значит, операция купе, она входит в последнюю, завершающую стадию. И, значит, наконец-то, в начале майских праздников я вывезу все барахло на дачу. Наконец-то все произойдет. А, еще самое главное. Я же теперь увлекаюсь... Я же теперь получил охотничье удостоверение. Кирилл, вот говорят, ты получил охотничье удостоверение. Да, Женя, да. Можешь об этом рассказать? Совершенно верно. Помню, недавно. И значит, у меня же собака, сарделька, это норный хищник. Точнее, норная порода. Охотник, животное. Ну вот, я сейчас с ней начинаю ездить уже на это, натаскивать. На бобра. На норного бобра. Как вот. Ты натаскиваешь? Там настоящий бобра? Ну да, там норы такие, там бобер сидит, или кто там, суслик там, да, она уже его находит. Бобра? Ну, он да. Не скушает? Она же хищник. У него зуб большой. А у нее как? А хвостом? И у нее там, в норах он ограничен. То есть вот, сарделька вот. Жжет? Да, жжет. А когда мы пойдем на соревнования, болеть за сарделька? А мы пойдем, знаешь, как этот мультик назывался? Мультик, там, где, значит, там, где лиса и пес был? Нет, пес, значит, бобер. Бобер спасал пса. А, это же Простоквашино. Точно. Где он с этим с ружьем упал? Да. Подводный да, охот. Да. Ну, сарделька же. Потом перейдем на фото. А у тебя будет фото, а фото. Только не будем друг в друга стрелять. Да. Ну я-то могу, а ты не надо. Ну ладно, давай про сингл что-нибудь спроси. Ну давай про сингл. Говорят, вы сегодня сингл показываете людям, да? Послушать даете. Да, сегодня очень крутой концерт, первый раз играем на этой площадке, я ни разу здесь не был. И вот сегодня первый раз приехал на саундчек, очень крутая площадка, такая она атмосферная, большая, самое главное, высокие потолки, можно вот это шоуменство, вот это покидать вверх палочки. Сай, кстати, будешь это, если я не буду ловить, надо их потаскивать. Если они повиснут на прожекторах, как это было в точке, да. Кто-то будет за ними лазить. Вы сегодня презентуете новый сингл «Стекла революции». Можешь рассказать о том, как появилась идея его написать, о каких-то ситуациях на записи, если они какие-то случились, особенно интересные, и про вообще твои отношения к такой теме? Ну, а какой такой теме? Это нормальная тема. Люди всегда любили возмущаться, протестовать. Сейчас это для нас уже почти такая тема. Ну вот в результате кусочек территории себе забрали. Хороший такой кусочек. Ну давайте посмотрим. Со временем станет понятно, сколько хороший. Может хороший, но горький. Ну, теплый. Да, теплый, но горький. Так, а что вообще было про сингл? Сингл его делали очень все как-то быстро. Времени, как всегда, ни на что не хватает. Но, слава Богу, было много всякого заготовлено заранее, поэтому мы даже имели возможность себе что-то выбрать из того, что музыкально.
старый изобрезок. Я пишу барабаны, а ты какие-то гитары, да? Нет, я имел в виду заготовки из обрезок шестой пластины. Ага, то есть это сборная такая песня. Ну, почему нет? Не сборная, просто были какие-то идеи, которые по каким-то обстоятельствам не вошли, не оформились для шестой пластины. В результате вот из этих обрезков мы, так сказать, реализуем на будущее. А были какие-то идеи еще помимо этой песни на сингл? То есть если бы не она, ну, то нет, какая-то другая? Ну, какая-то другая, да. То есть стоит поклонникам ожидать какие-то новые песни уже, возможно, в скором времени? Или уже на новом альбоме? Ну, ты вопросы задаешь, я же даже жадно стал. Не успели шестую пластинку, а мы уже сингл почти пережили. И уже про седьмую. Нет, так быстро я не готов, не знаю. Будет посмотреть. Вот сегодня на пресс-конференции было озвучено, что мы вдруг все резко захотели сделать акустическую программу наших лучших встреч. Вот я думаю, что это вполне реализуемый план на будущее. Какая песня лучше всего будет звучать в акустическом исполнении? Ну, ты спросила. Я без понятия. Надо все то пробовать. То есть у тебя нет своего какого-то вот на данный момент? Ну, вот мне кажется, вот это. Все будет зависеть от того, какая будет реализация этого проекта, что будет использоваться для того, чтобы сварить этот суп, какие ингредиенты. Может быть, мы позовем скрипачей, виолончелистов, контрабасистов. Или как Би-2, симфонический оркестр. Может быть, симфонический камерный оркестр. Кстати, вариант хороший. Сейчас функционирующих камерных оркестров достаточное количество, даже есть из чего выбрать. Может быть, и к этому камерному составу, там, по Сингуре, какой-нибудь малый хор, например. И, может быть, какие-нибудь народные инструменты. Я имею в виду народов умерх, разумеется. Какие-нибудь, может быть, необычные барабаны или там. Волынка. Трещотки. Ну, волынка, она один аккорд, к сожалению, играет, поэтому придется, чтобы все песни были с... На одном аккорде будет некрасиво. Может, так можно одну песенку? Да нет, но это будет слишком похоже на одну заграничную группу, поэтому не думаю, что есть смысл это делать. Повторять, я бы так сказал. А вот какой-нибудь шотландский рожок, вот это другой разговор. Можно китовый уст. Очень интересный звук. Ну, да, кстати, орган интересная действительно штука, но на нем надо играть, это надо сразу горловое пение подключать. А это значит, в Алтайский край надо ехать, это опасно. Шам говорят, что можно зайти за куст и не вернуться больше никогда. Давай просто про сингл, да? Расскажешь, можешь рассказать? А что я расскажу про сингл? Я уже записывал. Ну, нет, я записал как раз. Ну ничего, и все, записал я классно, сингл, отлично вообще. Писал медиатором вот на басу, на четырехструнный. Молодец. Сингл, да. На самом деле, да, я, кстати, знаю, что рассказать. Давай. А уже можно прям рассказывать, да? Да. Никита, ты наверняка знаешь, что нужно рассказать. Да. Давай ты расскажешь просто. Про сингл хочу рассказать лично свои впечатления. Я писал сингл, а у меня появился новый бас, естественно, Варлик, новый стример. Буквально вот он у меня появился, и на следующий день я поехал писать на нем сингл прямо сразу. Вот только появился у меня новый бас, никогда такого не было, я долго привыкаю к инструментам, к разным. А тут я сразу взял, поехал на студию, записал, и вот результат, как бы все могут услышать, очень круто. Так что мой новый бас быстро вошел ко мне, как бы, в мою басовую семью. Но сегодня ты будешь тоже играть? Да, я буду играть на всех басах, которые у меня есть, и на нем тоже. То есть у меня, в принципе, три баса, три варвика, два Infinity, один стример. Первый, и сегодня они все здесь, и на них я буду играть все разные песни. Мы не стесняемся. Да что, все, я пошел. Давай. Пока. Спасибо.